Детских писателей приглашают принять участие в республиканском конкурсе «Тыным болган тывадылым». Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Тувы среди молодых писателей и посвящен Дню тувинского языка в Туве. Конкурс направлен на сохранение и развитие тувинского языка, поддержку и развитие детской литературы в Туве и призван выявить и поддержать молодых писателей, пишущих для детей, повысить статус тувинского языка и содействовать пробуждению интереса у подрастающего поколения к тувинской литературе. По итогам конкурса будут награждены обладатели гран-при, а также лучшие, по мнению жюри, конкурсанты в номинациях «Автор детских сказок», «Самый лучший автор детских стихотворений», «Мастер детских рассказов», «Лучший автор детского фэнтези» и другие.